сколько лет вам? Сегодня на улице Советскую, напротив дома 14, на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по полностью оборудованному пешеходному переходу справа налево по ходу движения. В правой полосе водители замедлили движение, а по левой полосе водитель Mitsubishi, не снижая скорости, продолжил движение, в результате чего был совершен наезд. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение. Все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках проведения проверки. Она переходить начала. А куда ехать вообще? А в ту сторону. А зачем? Работать. А работаешь, да? Просто заказы какие-то берем. Какие заказы? Какого рода? Рода погрузки, разгрузки. Надо было добраться поскорее и все. Мы как бы не рассчитывали, что так все будет.